Первый самолет авиарейса Екатеринбург-Махачкала приземлился в аэропорту столицы Дагестана. На борту воздушного судна 56 человек. Для первого раза это неплохо, считают эксперты. Рейс станет постоянным. Отправляться самолеты Суперджет 100 будут 4 раза в неделю, во вторник, среду, пятницу и воскресенье. Чтобы добраться до Екатеринбурга до настоящего времени, нужно было сначала в Москву, потом в Москве несколько часов посидеть, подождать своего рейса в Екатеринбург, а потом еще 2 часа лететь. Сейчас прямой рейс из Махачкалы в Екатеринбург где-то около 3 часов. В этом же самолете с первым рейсом прилетел и представитель правительства республики в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов. Он отметил, что на Урале наших земляков, по официальным данным, проживает около 5000 человек. И теперь им станет намного проще посещать родной край. Особенно студентам, получающим образование в Екатеринбурге и области. Мы целый год над этим проектом работали и все-таки его реализовали. Уверен, что данный мост между Свердловской областью и Республикой Дагестан внесет новый импульс развития взаимоотношений в области культуры, науки, экономики.